Всем привет, с вами Квест, и давайте дальше проходить амнезию. На прошлой серии мы попали в этот, как он, забыл, коллектор. Ну давайте осматриваться, что-то делать. Рычаг, короче, смазать что-то. Ладно, только чем? Может, тебя маслом прям идти можно? Так, вот он, пришли. Интересно, надо взрывать или не открывается. Ой. Так, а там у нас что? Затопленное помещение. Видимо, откачать вот нужно. Окей. Это что? О, масло. Сейчас, сейчас смажем. Вот мне, кстати, интересно. Вот лестница должна опускаться вниз. А, ну по идее, то есть ее опускали. То какого черта тут выросла эта труба какая-то непонятная? А, нет. Она вообще сейчас вниз спустится или нет? Вау. Ну. Круто. Круто. Так, идем сейчас сюда, придется идти. А тут у нас что? Комната управления. Что же у нас тут такое? Долго грузится. Вау. Ты чё? Это... Да хрен знает что. Так, давайте справа начнем. Против часовой. Чё это? Как-то все странно. И зачем это вообще? Тут есть что-нибудь? Нет? Нет? Окей. А. А, тут вот есть что. Ты уже испугался. Ладно, теперь по часовой. Вау. Всякая, дофига всякой фигни, я сейчас просто ничего не пойму. А, и зачем она? Мне тут интересно. Нафиг она вообще нужна? Вау. Я что-то сделал? Ха. И чё так Порше прям? Огромный прям. Так. Я хочется лучше начал, да? Или против? Блин, не важно, плотовище. А, да, туда пришел.
тут вообще что? Так, ну тут я не знаю, что. Что это вообще можно сделать? Какие-то сробы. Ладно. Ну и давайте сюда сходим. Так. Что-то я уже точно путаюсь. А, ну все правильно получается. Зачем вот эти трубы, мне интересно? Она горит. А, что нужно сделать? Только что? Вот это интересно, кстати, запись хочет чистить. Только это ж не, да. Просто это помещение пустое. Наверняка что-то нужно сделать, только я не пойму, что. Трубы какие-то непонятные. Подозрительные. О, а, я думал, можно заглянуть туда. А-а-а. Вот что. Мне повторить нужно. А-а-а. Понятно. Я слабо притащил эту трубу или нет? Ладно, посмотрю. А, вот что есть еще. Записка. Ладно, буду сейчас читать. Так, все про машину какую-то эту непонятную. Ладно. Ну, сейчас, я так понимаю, нужно вот эти трубы как-то садить. Так я притащил или нет? Сейчас не пойму. Растеряющих еще. Будет вообще капец. Сами ставятся. По-моему, это отлично. Тут что есть? Тут нифига нет. А где остальные, кстати? Что-то я не пойму. Не мог же их где-то потерять. Но здесь больше нету. Да. Ладно, видимо там. А, здесь еще возможно где-то тоже. Могут быть. Нет нигде. А в этой комнате еще нет. Тут тоже так у него, наверное, ничего не крутится. Вау, крутится. Зачем вообще? А, это грузик поднимается. Это зачем? А, мне кажется, тут как с поршнем тоже нужно повторить. А там как? О. Окей. Первый ниже всех, короче. Второй выше. Только. Так, выше всех. Ну, вот так вот. А, что тебе не нравится? Что за...
Почему он не хочет работать? Блин. Все, фиг поймешь. Блин. Сейчас полчаса тут буду тупить. Нужно определять, то есть самое дальнее, самое близкое. То есть самое дальнее посередине, срединное посередине, самое... Ой, точнее, наоборот, самое, ну, близкое. Окей. Все. Так. Так уж. А это что у нас? А, так. На это сам. Да ёкарный бабай. Какого хрена? Блин, полчаса сейчас буду долбиться. А у меня все-таки получилось. Но я решил не снимать, потому что долго долбился. Не, что ты делаешь? Так, отвлекся недолго, давайте продолжать. Так, давай, открывайся. Давай. Я сам. Потащили, потащили. Ну, я так понимаю, сейчас я долго... Ну, этих двух еще хватит. Потому что я больше не видел труп. Я так понимаю, последнее. Ценник знак, где еще? Все. Отлично. Я так понимаю, тебе воду откачал. Я не знаю, если честно. Это было что? О, может это рукоятку нужно? Использовали. Так. Ладно, я на этом закончу. В следующей серии мы продолжим. Так. Ну, я как понял, вода откачалась, и можно будет туда идти. Ну или нет, ну или да, нет. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.